Итак, ребят, у нас интересная находка на фундаменте. Причем фундамент мой, ребята, мой. И Кавказ, Дэн тут нашел вот такую, смотрите. С одной стороны. Смотрите, на одной стороне имеется орел. Видите, да? Орелик. Переворачиваю, обратите внимание, переворачиваю. И с другой стороны тоже имеется орелик. Только там выпуклый. Да, смотрите, да, здесь у нас выпухлый орелик, а здесь впухлый орелик. Ребят, вот эта вот монета называется брак чекана. Причем брак чекана интересный, двойной удар. Двойной удар. И такие монетки достаточно среди нумизматов, коллекционеров, которые собирают браки чеканов, они ценятся. Это двойной удар. Вот, так что зачетная монета. И по размеру это как бы деньга. Деньга. Мы здесь собрались всей кучей. Все. Итак, ребята, Деос на шурфе поднял вот такой крупничок. Крупничок. Это у нас 2 копейки, а Павел 1798 год. Вот так вот. Павлик. Кстати, там продавался для комарадов 145 тысяч, не вау. Весной, не раньше. Вот такая вот Павлик, ребята. Опа, а там у Михалыча запиликал Ваньку. Хорош. Держи. Итак, ребят, нас Дэн Кавказ удивляет. Он с своей ямки продолжает ковырять монетки. Конечно, глубина невысокая, но сколько здесь? По колено. И вот очередная монетка, ребят. И интересно на тем, что это старинная монета. И насколько старинная, это Екатерина. Екатерина копейка, скорее всего. Год сказать не могу. Но точно с уверенностью 1700 какой-то год. Вот такая вот монетка. Ночной шурф радует, ребята. Радует. Зачетная монета. Ни у кого вкуснях особо нет. Но Денчик у нас это отличается. Пойдет. Что-то шумит там своими павликами. Ладно, продолжаем. Я прибежал к Дэну из соседней ямы. И вот он такую монетку нашел. 2 копейки 1860 года. Это Александровская монета. Низкопрофильная. И... ух! Лопата. Засадил немножко по монете. Но монета, в принципе, для своего внешнего вида неплохая. Не знаю, у нас ночь. Совсем темно, и вам не знаю, как показать-то, что низкопрофильная двушка неплохого сохрана. Вот такая двушечка. У нас Дэн вообще сегодня чемпион. По царям вообще молодец. Красавчик. Никто более не откопал, как Деус. Просто у него ямка зачетная. Ох! Зачет. Ребят, только что я вам показывал монетку. И Денис говорит, что он еще монету откопал. Это копейка павловская, 1799 год. Вот такая копеечка. Павлик. И все с одного места. Вот с этого вот места, эпицентра, он их выковыривает. Ни у кого более ничего нету. Вообще ничего нету. Вот. Итого у него получилось раз... старинная, 2 старинная, 3, 4, 5 монет. И все старинные, ребят. Ни одного Николашки нету. Все древненькие. Ну, красота. Там у нас Женька. Там у нас... кто у нас там, бля? У меня есть дом, вот Николашки. Серега. Там Михалыч. Пуговица. Михалыч там пищит. Пуговица? Пуговица лысый, да, небось? Нет. Нет? А что это? Ну-ка, плюнь на нее. Гренаду, что ли? Угу. Да ладно, серьезно, что ли? Ну-ну.
Копейка Николай, да? Да ладно, Серый, а прикинь, здесь пуговка, гренадка. Серый. Гренада? Да. Офигеть, вот это да. Да у меня 8 штук-то. Гренадок? У меня вообще гренадок таких здоровых нету. Вообще, сейчас я его помулыжу. Да, кстати, если вдруг у вас попадается на копе незнакомая пуговка, и вы хотите определить, датировать ее, то я вам рекомендую вот сюда. Группа ВК, где вам всегда помогут. Ссылка под этим видео в описании. Так, ребята, что, еще серебро? Смотрите, еще одна серебрушка. Серьга, ребят. И вот еще одна у Дэна серебрушечка. 10 копеек, 1900, если не ошибаюсь, 16-й год. 10 копеек Николая. Вот видите, смотрите, на какой он глубине. Он стоит, ну, грубо говоря, по пояс. Я стою здесь всего-навсего по щиколотку. Значит, мне углубляться еще на 2 штыка лопаты. На 2. Вот, так что ладно. Зачетно. Денчик у нас чемпион. Я перенервничаю. Перенервничал. Ребят, на соседнем шурфе у Михалыча монета. Ну что там за монета? Что за монета? Так, это у нас одна вторая с серебром, 1840 год. О! О, это игровая. А у тебя что там? Держи. Ребят, на соседнем одновременно шурфе у Женьки наконец-то выпала монета. Тоже одна вторая, но не игровая. Вот такая яма у него большая, в принципе. О, хорош? У Михалыча тоже хорош. Не, у Женьки лучше. У Михалыча 1840, а у Женьки. Я фонарик. Какой год? Тоже, по-моему, 1840. Николай Первый, ребят. Но у меня такой нету, я рад. Хорошая монета, красивая. Почистится, будет бодрая. Хорош. Ну, фундамент древний, ребят. Одни цари вылетают. Ни одного совета. Оно того стоит. Ребят, у Дэна находка. Но находка не монетная, а вот такая вот. Мужской нацельный крестик. Что-то там Делос еще показывает. У Сереги он в том на углу. Пуговка гирька выпала. У остальных пока тишина. Да ладно, еще один? Угу. Смотри, что. Еще ну, один, ребят, в прямом эфире. Ну, это совет. Поздний совет. На этом фунде, ребят, ни одной советской монеты нет. Вот, 2 подряд креста выпало. В прямом эфире причем. Серый, а что у тебя там крякло, Серый? Корона от керосинки, пуговичка гирька. Ага, ясно. Ну, у всех что-то есть, у меня ни хрена ничего нету. Держи. Этот что-то фундамент мне не дается. Хотя уже как бы это на глубине находок нахожусь. Но ничего нету. Михалыч там тоже впустую мотолыжит землю. Че? А две монеты у меня отсюда. Ну, одна вторая, что еще там? Одна вторая классная, вообще супер. А что еще было? Двушка. Двушка Николаевская, да? Да. Вот так вот. Ну, по старине, одна вторая классная. Угу. Я доволен. Ясно. Ладно. Ждем и... Скоро я до монет докопаюсь. Че, и ты скоро, да? Скоро. По колено находишься, надо по пояс, да?
Не, у них там, походу, сигнал. Да, Сережа? Ребята, вон в тех вон кустиках. У Михалыча там крупный кругляшок. А что за кругляшок? Чего за еще? Дырка еще добавка. Ой, ж твоя налево. У Михалыча это вторая монета игровая. Крупная монета, затертая, размером под пятак. А что за номинал? Да хрен его знает, ребят. Не знаю. Короче, круглая медная шляпа. Были еще николаевские монеты у Женька, у меня, у Михалыча, двушки, копейки. Я их вам уже не снимаю. Вы, возможно, скажете: о, Сань, да вы зажрались, бля, что не снимаешь царские монеты. Ну, на этом фунде это банально, ребят. Банально. Советов здесь вообще нету, бля. Вот, так что цари. Самое, что ранее, это вот Катя, Николай. Все. Серега сдался. У нас, вон, видите, уже рассвет. Вот, а мы еще копаем. Совет. Совет? О, копейки. Ты еще скажешь, что 28-й. Пол копейки. 28-й там. 28-й? Ну, да. Сейчас глянем. Я опять лопатой зацепил. Да, СССР видно. А какой год? Еще 1920. Еще один крестик? Еще один крестик. С ушком. Но если 28-й, то она редкая и дорогая. Ты что видишь там? Не вижу ни хрена ничего. 20 какой-то. Ну-ка, можно я? Давай. 25-й. 26-го не было уже? 25-й, скорее всего. 25-й. Крестик. Все, пацаны сдались. Типа того. Рассвет. Остались самые выносливые. Да и, выносливый сейчас. Последнего. Да, и выносливый сказал: все, сейчас последнюю монету выкапываю и ухожу. Серебро надо же. Серебро? Да. Все, иди. Иди спать. Нет, серебро выкопаю сейчас. Серебро выкопай, да? Сомневаюсь. Вот, а мы продолжаем бомбить. Уже спим на ногах. Но все же, царский фунт. Самая молодая монета, вот, 25-й год, полкопейки. Самая молодая. Ну, фунт царский, ребята, одни цари. Цари. Итак, ребят, у нас совсем рассвело. Скоро солнышко встанет, но уже можно работать без фонаря. Я остался один, все разбежались. На посошок, ребята. Последний, кто здесь копал, это Дэн был, Кавказ. Вот, и я говорю: монетка на посошок, и я пойду. И вот монетка на посошок. Царская копейка. Год, к сожалению, разобрать невозможно. Вот такая вот монетка. Кстати, я сейчас пойду в лагерь. Лагерь у нас в этом лесочке находится. Я вам покажу, какая красота. А потом еще и утром. Да. Безлюдное место, но красивое. Кингуха у меня уже устал. Кинг, пойдем спать? Спать пойдем? Пошли спать? Пошли? Пошли, мой красавчик, спать. Все, ребят, на посошок. Копеечка царская. Лимит выполнил. Теперь иду на покой. Ребят, мы приехали ночью. И ночью не было видно такой красоты. Вы только посмотрите, какая красотень, а. Вообще огонь.
Тишина. Здесь интересно то, что вот на пляже, ребят, керамика, красный кирпич. Смотрите, видите, да? Видите, да? Красный битый кирпич, керамика, сапутка. В общем, все на пляже. Пацаны все спят. Я сейчас, наверное, позавтракаю. Не, поужинаю. И пару часиков вздремну. Итак, ребята, всем привет и доброе утро. Вначале вы видели ночной коп. Я делал без вступления, без приветствия. Ну, так получилось, сложилось.